Azərbaycan ordusuna əsir düşmüş erməni əsgər Valeri Aşotoviç Ayrapetyan erməni xalqına müraciət edib. Stat. Mən erməni xalqına müraciət edirəm. Qardaşlar və bacılar, bizə məxsus olmayan torpağa görə döyüşmək lazım deyil. Statın sonu. 97-ci ildə Xankəndində anadan olduğunu bildirən Ayrapetyan 2014-2016-cı illərdə hərbi xidmətdə olduğunu, hərbi xidmətdən sonra ölkədə aldadıldıqlarını gördükdən sonra ailəsi ilə Moskvaya köçdüklərini söyləyib. O, Qarabağın Ermənistan torpağı deyil, Azərbaycan torpağı olduğunu anladıqdan sonra döyüşə getmək istəmədiyini bildirib. Lakin 28 sentyabr tarixində ona çağırış gələrək hərbi komissarlığa getməli olduğu qeyd olunub. O, imtina etsə də bir gün sonra 3 nəfər əli silahlı onların evinə gəldiyini və səfərbərliyi elan edildiyindən çağırışdan boyun qaçıracağı təqdirdə həbs ediləcəyini bildiriblər. Ətraflı məlumat üçün video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Меня зовут Валера Айрапетян Ашоты. Я из Степанакерта. Родился там, в Степанакерте. 1997 года. 2014 года я начал службу и закончил 2016 года. После службы, все это время увидев то, что творится в стране, понимая, как они обманывают нас, и мы решили со семьей пойти переехать в Москву и жить там. Там я работал грузчиком на складе. Приехал я, значит, в Степанакерт 1 сентября для того, чтобы продлить визу. И в это время, в этот промежуток начался боевые действия в том месте, которое, значит, начался боевые действия в Карабахе. И понимая, что Карабах – это не армянская земля, это азербайджанская земля, я не хотел пойти воевать. Ко мне 28 числа сентября, ко мне домой пришла повязка, что я должен пойти в военкомат. Но я отказался, никуда не пошел, и через день, 29 сентября, ко мне пришли трое человек, двое с автоматами и один офицер. А этот офицер сказал, что они призывают меня к службе, как бы, мобилизируют, да, и если я откажусь, они тут же меня отвезут в тюрьму. Мы пошли из моего дома в полит, там нас было примерно 40 человек, они сразу раздавали все и мобилизировали две автомобили, машины военные. И нам сначала сказали, я спросил их, куда мы идем, я не пойду на передовую линию, я не буду воевать. Они сказали, что ты не будешь воевать, ты пойдешь, посидишь на третьей линии 3-4 дня, тебя это потом подменят, и ты приедешь снова в Степанакерт. Я сказал хорошо, и тогда два автомобиля все заполнили людьми, и мы поехали прямо в передовую линию перед Кадрюдом. Наш офицер пришел и сообщил, что мы должны отступать. Отступать, так отступать. Там примерно было 400 человек. Они взяли по 100 и по разным путям распределили и отправили нас. Мы шли к сторону Физули, там попали под обстрел. Так, там попали под обстрел. Я сразу же убежал налево, понимая, что нет, я не пришел туда, чтобы воевать. Вот именно поэтому мне остается только одно – убежать от пуль, от войны. Вот. Я убежал налево. Ко мне присоединились 8 человек. Со мной 9.
Ко мне присоединились 8 человек, и мы стали ходить по горам, не понимая, куда идем, и не понимая, что будем делать дальше. На следующий день, когда уже было светло, я проснулся, услышав голоса азербайджанских войск. И в это время они говорили что-то. Мы сказали, что мы не хотим воевать, потому что это не наша земля. Мы не пришли сюда, чтобы за это воевать. Нас принудительно привезли сюда. Мы сейчас тоже ничего не хотим делать. Мы хотим просто сдаться и жить. Мы не воюем, мы просто хотим жить. Вот. Мы стали по одному выходить к ним, они нас это взяли, потом повезли, в общем, и сейчас все, думаю, все к лучшему идет. Обращаюсь к армянскому народу. Братья, сестры, не надо воевать за то, что не принадлежит нам. Не надо отправлять сыновей, мужей туда, на войну, особенно за то, что они могут умереть попросту. Можно жить в Карабахе, не обязательно это пойти в Армению. Если есть человек, который хочет жить в Карабахе, он может жить в Карабахе в азербайджанском составе так же хорошо, как было давно. Как было в те времена, когда азербайджанцы и армяне жили по соседству. И тогда тоже было очень хорошо, очень нормально. Я сейчас нахожусь в плену, со мной обращаются очень хорошо. И увидев это обращение, я хочу обращаться к вам, что надо задуматься, надо понять, что не надо попросту отнимать жизни стольких людей. Не надо.